17 жителей Башкортостана и 24 гражданина из соседних регионов в минувшие выходные прибыли вывозным рейсом из Китая в Уфу. Еще 34 человека продолжили путь до Новосибирска. Туристы находились в Шанхае еще до начала пандемии. По прилету домой все они отправились на двухнедельный карантин. Об этом сообщили в международном аэропорту Уфа. Вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» следовал по маршруту Шанхай-Москва-Уфа-Новосибирск. Таможенный и пограничный контроль пассажиры прошли в аэропорту Шереметьево. По прилету в Уфимскую воздушную гавань туристам измерили температуру и взяли анализы на коронавирус. Специалисты Роспотребнадзора выдали им постановление об обязательном соблюдении 14-дневного режима самоизоляции по месту пребывания. Для своих граждан власти Татарстана, Удмуртии, Пермского края, Челябинской и Самарской областей организовали трансфер до своих регионов.